на мне санкции никак не сказались. Вообще. Я никаким образом не почувствовал, что... Я никогда и не покупал никакого там, я всегда, ну как, ну, для меня самый, вот, понимаете, там, советский мальчик, босоногий, можно сказать, практически бедный. Для меня там в школьной столовой там пюрешка и котлетка, это были самые вкусные вообще, что можно было попробовать. Я всегда ел только вот то, что на даче вырастет, то есть, ну, понимаете как, для меня санкции никаким образом вообще не сказались. А три универсальных способа пережить вот эти, как кризис, не знаю, кризис тоже не чувствую никакого. Ну, кризис, может, есть кризис. Не знаю, просто относиться с юмором ко всему. Быть очень оптимистичными. Ну, и как-то, знаете, подобрее относиться друг к другу. Потому что, там, когда ты видишь там человека в магазине, и ему там не хватает, вот у меня, я был в магазине, буквально заходил вчера, и бабушка, значит, у нее в платочке, и мелочь рассыпалась, и она собирает. Я 1000 рублей ей даю, бабушка, это вам внукам на подарки. Нам нужно помогать друг другу просто. И тогда мы все кризисы, санкции, и мы все переживем, и выйдем из этого очень достойно.